Друзья, всем привет! Весна на носу, не терпится нам покопаться. И вот мы с товарищем выбрались протестировать наши новенькие аппараты. Трактор и терочка 505. Тест будет по глубине, строго не судите. По дискриминации мы никак не будем выбирать, будем просто на металлах. Или на всех металлах, или просто режим монеты выберем. Просто решили проверить по глубине, как аппараты, насколько они идут глубоко. То, что аппараты немножко разные, это само собой. Так что особо срать в комментариях не надо. Это, еще раз повторяюсь, тест на глубину. Ну и в главных ролях у нас будут выступать вот эти вот монеты. Еще сейчас мы добавим цепочку. Так, Катюхин пятачок. Цепь, это серебро? Да. Вот она какая. И тут вот они разные. Это вот главные герои, не считая аппаратов. Сейчас мы их будем тестировать. Начнем с мелочевочки. Вот с одной чешуйки. Сейчас мы ее закладываем. На сколько будем закладывать? Ну, давай начнем. Тут не видать. Опять линейка, мы же ее переворачивали. Вот. Тут сколько? 10? Первый. Ага. Да? 10 сантиметров. Ну там может не 10, может 1. Ну или 9. Да, и первый. Первый у нас идет аппарат. Бля. На всех металлах. Здесь не видно вам, друзья. Ну, придется поверить. Так, 10 сантиметров. Хрена, бля. Да ладно, бля. Вот так видит, бля, дальше. Вот, ну, можно настроить. Ну что, на ребре лежит, бля? Точно, блядь. На ребре? Ага. Еле-еле. Теперь терка 505. Все металлы. Пробуем опять ту же чешуйку. И трак ее практически не видит. Терка отлично видит. 45-48. 45-48 показания. 39. Да, и показывает очень глубоковато. Ну это чешуя. Едем дальше. Закладываем 10 копеек 25 года. Билончик. На ту же глубину пока. Или глубже. А? Тут у нас был 10, да? Ну, давай. Давай сразу. Вот сюда. Уже. Так. Сколько тут у нас? 20. Блин. Так, тут у нас 20 сантиметров. 20 сантиметров. Звоним. Начинаем. Блять, я может не на той хуйне хожу. Я чуть все убавил в ноль нахуй. Все заново чешую. Что показывает? Показывает нормально. 17.39. А эту? А зачем ты удерживаешь его? Ее удерживать надо? А, не надо. А я на аське привык, бля. Так, давай. Врубай. Теперь терка. У меня сейчас показывают вот именно ту глубину, которую надо. На билоне. Я что-то не глянул глубину даже.
Так, ну давай сразу. 10-20 сантиметров показывай. Давай сразу, глубже делай. Ну-ка, дай-ка линейку. Сколько тут? Следующий получается на 30 сантиметров. 30, тот же белон, 30 сантиметров. Меня не видит на 30 сантиметров. Не видно. Чуйка на всего. Ноль. Это 30, да? Надо было записывать. Так. Там видит. А так не видит. А так не видит. 11.32 показывает, а звука нет. Вот, на всех металлах проскочил. 27.22 показывает. Ну вот у меня на всех металлах проскочил. А на режиме монет не видно ничего. Следующий у нас на очереди. Где она есть? Серебряная цепочка. Сейчас мы ее протестируем. Начнем с 10 сантиметров. Так, это у нас верхняя 10, да? Ага. Вот так положу. Давай. У тебя включен? А, у меня включен. Давай. Так, трактор наш. Все металлы. 35-19. Левее. Ага. Не, я бы. Вот если включить режим монеты, он ее не увидит. Хотя и там, и там. Сейчас я его отпущу. 10 сантиметров будет видеть. Видит. Пинпоинтер не видит. А, вот. Так, ладно. Давай, теперь терка. Серебряная цепочка. Все металлы. Все металлы. 10. Что показывает? 10 сантиметров. Сейчас вообще в чернину уходит. Не копал бы? Ой, я бы не копал. Ну такой сигнал слабенький, и очень легко пропустить его. Теперь посмотрим кучку чешуи Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, что все вперемешку. Так, на 10 сейчас мы не видели, да? Давай. Давай кучу посмотрим, будет видеть. Тебя включен? Выключен. Так, ну давай. Так, трактор, режим монеты. Ну, показывает 15 сантиметров, а лежит на 10. Ну, у тебя есть катушка на земле. И все металлы. Это. Ну, тут все видно отлично. Ну вот у меня тоже 33, так же скачет. 36, 27 проскакивай, а так 33-36. Четкий. 10 сантиметров показывает. Так, давай углубляемся. 15 сантиметров кучка чешуи. 45, 48, 39. Уже, есть. Уже звук потише. А вот пин не может ее поймать. Пин не видит. Проскакивает. Копал бы, да? Да. Так. Что нам скажет трактор? 1.33.
20 сантиметров. Режим монеты. А пин? Пин видит. Так, углубляемся. 25. Это что у нас было? 25 что ли? Там по 10 сантиметров. 10, 20, 30. А, это 30. Бля. Показывает 1.46, но ни звука, ни хера нет. А вот показывает 0.1.29. Ни звука, ничего. Не. 100% некопаемый сигнал, по крайней мере на тракторе. Давай, что терка скажет. В чернину. Глубоко и в чернину. Минус 9. Показывай. Минус черный. 9. Копал бы? Тоже не копал. О, а сейчас свет пробивает. Проскакивает свет. 48 глубоко. Пинпойтер вообще. Не видите. Полез полтинник 24-го года. Ну на 10 сантиметров тут смысла нет, да? Да все равно надо ложить. Хорош, ты что, уж так вот, я думаю... Ну тогда скажу, что 20 сантиметров сейчас сразу глубина. 20. Плюс-минус там было. Ну да, там плюс-минус, хер знает. Так, трактор, режим монеты. Четко показывает 1.45. 100% копаемый сигнал 20 сантиметров. 10.45. Так. Поехали дальше. Икстера 505. 15 сантиметров. 48-42. Режим монеты. Все металлы то же самое. 48. Четко. Углубляемся. Следующий у нас глубина 30. Ну тут, мне кажется, больше, чем 30. Там же осыпалось. Ну давай, он у тебя пока включен. Так, 30 сантиметров. Показываю, только звук слабый. Левее бери, левее. Ой, правее, да. В чернину. Чернина? 40, вон, цветной, 48 проскакивает. Пин молчит. Проскакивает, да, цветной сигнал. Копал бы? Не стал. Я не видел. Ну, у меня вот цветной. Режим монеты. Черный скидывай. 0.5.30. Ну звука нет. Звук нет, показывает четко. Глубина по максимуму здесь на приборе. 0.5.30. Стоит прям четко, не шевелится. Пинпойнтер. Пинпойнтер увидал. Странно. Так, ну что? Дальше смысла-то и нет. Да конечно, сука. Ее бы не стал копать по-любому. Пятак. Пятак? Следом за полтинником. Сразу на 20 засунем, да?
Так, 10-20. Давай. Так, Экстера 505. Четко. Четко. На 20 сантиметров. Это на всех, точнее, на первом режиме. Первый режим, это что, монеты? Да. Все металлы, четко. 20 сантиметров. И пин видит, все. Четко. Так, углубляемся. Опа. 30. Проскакивает цветной. Ну, я думаю, если ходить, что-то выбивать внимательно, стал бы, да, копать? Думаю, да. Если, особенно, если бы вообще больше нечего было бы копать, это стопудов стал бы копать. А если бы шперли находки, то можно было бы и пропустить. Ну, свет иногда его кидает. А там у нас что? Пятак. А, латунь. Что, блин, крякнул, звук дал, 1,28. Ну, глубину не максимальную показывает. Где-то уик. Хрен бы стал бы копать такой. Не. А, вот, 15,35. Плотную по земле провожу. Нет, не стал бы копать, 100%. Пинпоинтер увидит. Ну что, на пинпоинтере ходить, что ли? Так, ну что, следующий? Ну что, давайте СССРовский рубль, 150 или сколько тут, 175 лет Бородинскому сражению. Попробуем так, чисто для прикола. Они, конечно, нигде не попадаются. Может, кому-нибудь и попадается. Хотя попробуем. На двадцатник, да? Угу. Давай. Ну, чёрт. Ну, понятно. Все металлы. Углубимся. 30 сантиметров, да, получается? 30 сантиметров. Копал бы. Конечно. Видит четко. А где он есть? А, ну да. 35-47, бля. О, показывает черный. А, он что-то проскакивает. Так, ну-ка. Режим монеты. Показывает 1,28. Звук слабый. А, и 11,25. Ну, если чисто по цифрам ходить, то можно было бы покопать. А звука нет. Наверное, в наушниках-то будет звук. Может, и не будет. Так. Ну, не знаю, у меня нет. Заморачивался. Потом, может быть, как-нибудь. Ну, надо еще привыкнуть к аппаратам. Угу. Потому что я вообще, блин, с этим трактором-то я его только... Ну, а да, что, вон достанет 3 копейки серебром, оно, блядь, здоровое, но... Это пятак, Катькин. А где 3 копейки? Вон там. А после такой мы можем Катькин-то не доставать. Сейчас будем 3 копейки серебром. Вот такую ядреную балду. Сейчас мы ее сразу, наверное, на 30 сантиметров запихаем. Так, 10, 20, 30. Ну, палку и поставь.
Да тут больше 30, я говорю, дырочку когда делали, она осыпалась. Десять сорок. Ну четко показывает. 1.32 опять же. Четыре сорок восемь. Звука ноль, блядь. Я бы ее пропустил. Вот. Иду, например. Все равно прокапит звук. В наушниках можно смотреть. О, видишь? Очень тихий звук. 13.47, 1.33. В наушниках может быть. В наушниках может и стал бы херный. Так, давайте хипстера. Так, сразу что, на все металлы? Минус от черного? Да. Ну вот видишь, проскакивает иногда. Вот. Видишь? Ну я хуй, я бы, наверное, да нет. Если вот. Видишь? 48%. Ну вот прикинь, ты идешь шаг за шагом. Минус 9 я показал. И пипец. И вряд ли бы стал копать. А там хер знает. Это пин? Ага. Тишина. А 48, видишь? Вот ей большая, да, монета, блин? А нихера сигнал не дает. Вот. Проскакивай. Похоже, сейчас будет цель у нас. Катин пятак. Сейчас посмотрим. Есть разница. Туда же, на 30 сантиметров сейчас мы запихаем. А еще ведь есть дырочка и на 40. Ну так, конечно. Черный 28-39. Черный сигнал, некопаемый. 35-50. Ни хера бы не копал, 30 сантиметров. А что же это мы, надо было Аську включить. Хуй себе. Ась, мы сейчас ее долг, что ли, включи. Сейчас с этим закончим, блядь. А то что ж, без конца то это, то это, то это. А это одно уже взял, и каждую монету сейчас можно будет заебить. Не, не копал бы, 100%. Цветной проходит и в чернину его кидает. Тоже не копал бы. А, ой, видишь, опять 27 проскочило. Молчит? Ну, он, видишь, это проскакивает, цветной проскакивает. А в чернину его скидывает. Да. Ну, дай на 20 положу, какой сигнал даст. 20 сантиметров. Ну тут базара ноль. Еще бы такую если пропускать. Сейчас у нас будет три ядреных монеты. Два Катина, пятака и серебром. Николаевская. Николаевская. Сейчас мы их в один пакет и захерачим. Посмотрим. Вот так прям попробуем плашмя. Тридцать сантиметров. Не? Чернин. Чернина? То же самое, 35-45. А что это здесь? Ну проскакивай, цветной. Два 37 проскакивает на монеты.
Не, блядь. 5.43. Не стал бы нихера. Да, на монетах попробую. Режим монеты XR. Молчит. Растакивает. Видишь? 48 минус 9. Я бы не стал бы его копать. Да ну и такие вряд ли действительно будешь копать. Так, друзья, ну в общем, вот такой у нас получился тест. Немного мы не разобравшись, наверное, в настройках, поэтому немного разочаровались, так сказать, в своих в показаниях, да, которые нам сказали наши аппараты, которые мы купили с Игорем вместе в магазине Антиквар 32. Антиквар 32. Огромный выбор поискового оборудования от ведущих производителей. Лучшие предложения по самым низким ценам. Зайди на сайт и убедись сам. При заказе любого металлоискателя назовите кодовое слово «Романикс канал» и получите от магазина свой подарок, который вас приятно удивит. Впереди сезон, и я думаю, мы все сделаем так, как надо, научимся понимать их, будем, по крайней мере, к этому стремиться. В дальнейшем нас ожидает на протяжении всего сезона, я надеюсь на это, по крайней мере, хорошие находки. Подписывайтесь на канал, впереди ожидается новый тест с Аськой. Мы, кстати, Аську взяли, но ее не протестировали. Поэтому в следующий раз мы обязательно возьмем Аську и сделаем на канале новый раздел с тестами. Ну, на этом у нас все. Всем хороших сигналов по катушку. Пока!